Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Kia Sorento. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Салон мы разобрали, краткий обзор. Видите, задняя часть, то есть багажник. Такие вот полоски вибро небольшие на задних арках по небольшому квадрату. Это одни из самых шумных мест в автомобиле. На задних крыльях небольшой полоски. Вот, смотрим по дверям. Задние двери. Голый металл. Слышите, как звенит. Передние двери. Ну, на передних дверях пару полосок вибро присутствует. Лишь пол. В салоне более-менее вибро обработан. Ну, по мнению владельца, все равно данная шумоизоляция очень слабая. Готовим поверхности, исправляем. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Kia Sorento. Проклеен у нас пол в багажнике, проклеены также задние арки крыльям. Все тщательно прокатали валиком. Двери проклеили два слоя. Первый слой вибропласт, внешняя сторона. По правую сторону, внутренняя сторона также обработана вибропластом. Мы обработали пол в салоне. Смотрим дальше. Закончили клеить шумоизоляцию на автомобиле Kia Sorento. Проклеен у нас шумопоглотителем пол в багажнике. Также обработаны задние арки крылья. В прошлом видео я вам показывал двери. Мы также закончили клеить пол в салоне. Приступаем собирать. Закончили сборку салона после полной шумоизоляции автомобиля Kia Sorento. Видите, весь пластик, все детали стоят на своих местах. Никаких повреждений после разборки и сборки мы не оставляем. Все стоит по-заводскому. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!